Знаете, мы сейчас Ой. запускаем, и у нас сейчас при 60 все взрывается. Я единственный, у кого пинг умирает. Да, цифра, ты даже далеко очень. Так мы с Врыгом в одном месте. Издеваешься. Поехали! Лобби, ура! Надо было это всем брать они. Да что с вами не так? Почему вы еще впереди меня стоите? Это парнер кривой здесь. Не, все так же все телепортируются сюда. Блядь. Я поймал за папку. Кто это? Туда тебе. Запомните, твари, зеленый Порш. Эй, не пихаться, я сказал, а ну брыть отсюда. Сайонара. Я не могу, у меня машина плохая. Набрали фордов, вот страдайте. Я борт не выбирал, я выберу Диабло. А, неважно. Вот же иди, я оставлю другую гонку. Да, все, вы начали на мини-карте умирать у меня, просто из-за того, что слишком далеко. Это довольно прямая карта. Я понял, что этот форт был ошибкой. Да, чего? Надо будет сделать все-таки потише. Да, тебе надо потише, потому что я тебя слышу. Ребят, даже если бы у вас были нормальные машины, вы бы меня не победили, это слишком прямая карта. Не, почему можно? Надо просто был другую машину взять, реально там есть лучше. У меня мустанг, на котором максималка такая сложная. Я, в принципе, машины не очень даже неплохо, мне нравится. Они легко. Так у меня еще перформансы настроены. Там же эти ползунки тягать. А они почти не нужны. Да, это как в челленджах, их тупо нет. У меня, собственно, из-за этого поршиком сложно. Саня, ты что-то слишком близко ко мне. Ты так не думаешь? Чего? Ты про что? Про я тебя. Я так не думаю. Я еду как могу, понимаешь? Да ты их обоих обогнал. Они что-то врезали вначале. Ну да, действительно, меня почти на 180 перевернули, блядь. В начале гонки. Всегда пожалуйста. Ну иди сюда. Ничего не знаю, у меня на клиенте ты сам на меня поехал. Нет, ты на клиенте ты меня развернул. Сделал. И правда. Блять, я перевер... А, это... Мне так перевернуло, блядь. На финише прям. А, это второй круг. Да, чё. Блин, как же жалко, что ты взял такую оверпайверскую машину. Она не ОПшная, это просто Порше. Нет, она именно ОПшная, я тут знаю. Ее ОП... Ну так раз она ОПшная, чё ты в прошлом билде её не понёрфил? Я её чуть-чуть понёрфил, она ещё лучше была. По-моему, ты её даже улучшил с того времени, потому что на более новом билде как-то полегче на ней. Я просто хожу. Главная борьба, займу ли я третье место или нет. Третье место? Нет. Никогда. 3 километра разницы. Если у тебя главная борьба, пожалуйста, не пиши труд под названием «Моя борьба», пожалуйста.
Ну, про мою борьбу мы потом поговорим. Пока нет. Я раскрою вам ужасную эту правду, я научусь пользоваться тормозом. Я уже заметил, ты не понял, ты проиграл. В отсутствии это... О. Давайте, успейте. Это может и успею, но не факт. Нет, я по телефону говорю. Короче, цифру-то надо банить, он чит. Да в смысле? Ну ладно, давай я возьму эту, Ладу Самару. Тебя это устроит? Ладу Самару, да, ты всем просто сольёшь, наверное. Нет, эту, челленджную Ладу Самару. Нужно это ещё хуже, потому что она очень быстрая. Парни, я найду буквально на минуту, подождите. Хорошо. Я пока выйду из лобби машину поменять, потому что только так я бы выглядел. Это, давай только на этот раз более извилистую трассу, пожалуйста. Хорошо. У меня очень тупая, тупая настройка. Я газую на W, а поворачиваюсь на почему, почему, почему моя в машине? Какого? А, тут спавн может быть сломанный. Мы внутри друг друга заспавнились, какого? До свидания. Ни хрена куда ускакал. Я же говорю, что лапорт не самый лучший. Гайдина. Что на тебя метеорит упал? Она не едет, она у меня очень тяжелая. А, это та самая трасса, я понял. Вот хохма, это говно, и 40 не едет больше 330. Блять, я впилился в перегородку. Ха-ха. Надо было игрушки сделать. Снова. Вопрос, почему нетхост у Блэкбокса был всегда говном? Не знаю, но они не могли отстроиться. Маджирок в километре от меня, соболезную. Солу. У меня 500 просто. Я не знал, что в этой игре есть... Гольф-площадка. Погоди, ты сейчас серьезно? Да. Футбол уже. Что, ты просто взял слишком хорошую машину? Я просто... Это, у меня поворот, я просто взял, блин, восстановился, повернул. Как дебил. Да, на этой карте мне будет сложно. Это мне сложно, у меня очень надо тормозить. Я просто утюг, у которого хорошая максималка, но он очень долго разгоняется. Ну погоди, ты же знал, какую карту берешь, зачем ты взял это? Я бы хотел так. Я думал, что я смогу купить, но нет. Порш хорош не максималкой, Порш хорош разгоном на самом деле. У него просто разгон большой и все. Я врезался в невидимую стену. Ура! Ну все, сейчас ты меня нагонишь. Нет, я на разгон хороший. И что? Разгон хороший, маневренность ноль. У меня тоже. Помимо нулевой маневренности, прокладка между геймпадом и стулом очень плохая.
50 лет прокладка ГМНТ. Все, что мне показал. Короче, Ford GT40 это полная хрень, не берите. Все машины Ford полная хрень, все. А Ford GT это машина из оригинальной игры, которую я никак не менял. Поэтому она не очень быстрая получается. Так, сейчас хорошо, что меня не перевернуло. Ну, это победа. Ну, просто у тебя машина быстрее. Все, держите таймер. О, ты всего на 3 секунды от меня отстал. Это потому что машина не очень. Не, ну... Справедливости ради, я практически это... не врезался насмерть. Я относительно хорошо проехал. Ты врезался, да? Я врезался, но не так плохо, как это могло быть. Потому что я могу еще хуже врезаться. Маджерок выше по итогу. Тебе надо просто взять... Возьми другую машину, я же дальше другую машину. Стоп, я же дальше проехал. Почему я четвертый? Наконец-то мы разноцветные все. Разноцветные. Черт. Куда погнал? Куда? Не поехал. За что? Полный привод сделает вещи. Куда? Гребаный вертиго, я бы тебе просто в жопу въеду и все. Вертиго. Машина вообще не поворачивает. Порше такие типа поворачивают? Не. Да, у меня наконец-то есть шанс победить. Не беспокойся, я тебя уже нагоняю. Привет. Я не знаю, если бы я пропыхал труп. Сталин вообще не рулится. Да, и... я знаю. Сталин он такой мощный. Дайте угадаю поворот. Конечно. Ты в него, конечно же, не вписался. Ну, потому что я не думал о нем. Не думай о повороте. Забудь про него. Я тебя нагоню и изнасилую. Иди сюда. Попробуй. Ой, тут поворот уже не надеюсь. Да, Поршик вообще поворачивать не умеет. Ты взял максимально противную для меня карту, спасибо. Я взял ту самую карту, которая 3 круга ада. Да, я знаю, их там 2. Ну, а здесь всего 1. Я уж думал, ты это пошел на неправильный поворот. Ну, за кого ты меня принимаешь? Ну, вдруг. Хрен тебя знает. Да, но я не смог вписаться по прямой просто. Ну вообще не поворачивает. Еще и дождь идет. А в игре от этого что-то меняется? Вроде чуть-чуть. Я вообще не ощущал. Сейчас будет самая противная херня вообще. На вылете поворот сразу под 90. Да. Я, видимо, на Сталине сдохну в этом повороте, да? А, я врезался да. В это, поперёк. Я сбил дамбу еще эту, на форму башню. Я собирался. Я собирался это сделать, ты украл у меня эту возможность. Первый. Да, все, я отстаю от тебя на 7 секунд. Смерть. Ты, кстати, шорткатом пользоваться будешь? Ты какого хрена ты сломал эту фигню, гадина? Я в нее врезался просто в ноль сразу. Тварина. Лежит кусок говна на земле, подъезжаешь на него и все в ноль. Классические механики, не слышишь,
такая гадская херня. Согласен. Почему на ботов в компании это не работает? Почему в теплеере оно работает, а ботов на компании нет? Какого хрена? Если боты очень далеко от тебя, у них ничего просто не спавнится. Так не, даже они если должны... они прямо за тобой едут. Они, значит, уворачиваются, стоят. Они должны попадать. Они сквозь нее проезжают. Ты издеваешься. Может быть так. Нет, они реально могут в нее въезжать, я знаю. Я просто где-то не повезло. Зато ты можешь почувствовать себя мной. Кордон-блон. Блин, я второй. Какого хрена ты уже в километр? Чё? Когда успел? Вот так. Взял уже на 1.5 километра, уехал. Я же даже финиш не затрону такими темпами. Дай тут маджировку в рыбу груз. Дай мне что? Груз, да. В смысле дать? Он из-за бага на прошлой гонке 3-й приехал. Нет, не половина. Вообще не до финиша не доезжай. Ну да. Ну это видно. Ну как бы тут смотрите, разработчик задрот, как бы что мы не можем сделать? Ну что? Давайте скажем так, разработчик это разработчик, он все знает. Точка. Ну, понимаешь, всезнайство это не значит скилл. Я даже возьму этот объезд, можно. Мне вот знаешь, что интересно, сработает ли этот мультиплеерный мод с модом на Примана, на Гордона Примана? Ну, да, может. Ну, если он под обычным Most Wanted заводится, то да, должен. Ой, под обычным Most Wanted, под Most Wanted Cloud, да. Типа, по сути, ничего не изменит, какая разница. Почему мне игра пишет голодный с отвратным отчетом? Привет. Чё? Я успел. Она пишет Харри. Она пишет Харри. Хох. Гарри, блядь. Голодный. Тёрт. Ух, как нам сейчас весело-то будет. Интересно, КамАЗы в бочки крутят или нет? Сейчас узнаем. Я мой дебил. Ты взял ту самую карту. Да. Как повернуть? О, бочки. Вот и бочки пошли. Дальнобойщики 3, finally. Дальнобойщики 4. Да, не пинайте. Это не так, ЕСС я скачал. Брык даже не подозревает, что его сейчас ждет. А сейчас поворачивать направо на адрес. Привет. Подвинься. Да, я смогу вас обойти. Ты вывалился за карту? Я за ограждение вывалился. Что делать? Все, ты проиграл, ты не вернешься уже. Ты будешь вернуться, но вернешься в километре от нас. Пока. Попробуй нажать. Здесь электрик, как там, блестят, пошли. У него, возможно, не настроены. Ты перевернулся, я так переспал. У меня все нормально. Да ехай ты нормально. Вас прям вообще крит. Ехай ты нормально, ёкарный бабай. Мне камеру под мостом поменяли.
Твою мать! Чёртов понч, не сбивай чёртов понч, кусок говна! Кусок дерьма просто! Мудила! Тварь, тварь просто! Ребята, я не знал, куда сдаются на категорию Подольске. Чего? Это сдача прав на категорию С в Подольске, да? Так выглядит. Стоять! Как же его заносит! Я какую-то не ту НСФВ категорию открыл. Ну понимаешь, это no safe for work для любойщиков. Слишком возбуждающе. Я еще один пончик сбил. Кусок дерьма. Почему в каждой гонке натыкаюсь на какой-то баг, который по итогу шлёт меня нахуй? В этой гонке, он только в мультиплеере в этой гонке работает. В синглплеере там нельзя выйти через... Я второй. Ура, я финишировал. Прыгнуть за текстуру не попал. Зато ты нашел платформу 9.75. Не, я как бы лидировал, но прикол. В обратной стороне. В обратную сторону. Да, давайте офишалы. Можем на них, в принципе. Ребят, надо добавить тюнингованную копейку из Lada Racing Club раскраски Сникерс. Вот. Нет, это уже лишнее. Мы ждем, когда ты добавишь сюда эту гранту. Гранту я не буду добавить, я модель не могу найти нормально. Они все слишком высоко полигональны. Кинектом отсканируй. Нет. Ёрклаун. Проперделся. Полудурки. Спасибо, Блэкбук, за кривой нет-код. О, нет. Одни из гонщиков. Парни, это брейкданс. У меня там такие промимен вытворяет пируэты, вы бы видели мою запись. У меня два последних вообще крутятся как не в себя. Ты не можешь физически меня обогнать, мы на одинаковых машинах. И сейчас прыгать придется. Да. Какие сейчас пируэты выписывать будем? Да нормально, кстати. Я просто перевернулся вокруг своей оси. Ты у меня бочку сделал и моментально встал. Ты у меня на боку едешь. Я проворот пропустил. Твою... Ах ты гад. А я-то знаю всю сразу. Я просто назад смотрел, такой, о, нет, поворот. Писец тебя колбасит. Это нормально. Прелесть просто. Я врезался в порт. Я сейчас там чуть реально не переверну. А я врезался в стенку. Да. Писец у нас... Мой офишал уже побитый жизнью. Какой-то уж не слишком он и официальный получается, а не формал. Да вообще. Табло выбито. А, я задрифтил реально просто. Не дождь начался, пошел дрифт. Черт. Надо потом на стуковой. Одностоковый волги потом.
О, нет. Ну, у меня есть, в принципе, это Волга из сюжетки, которую я пытался это пройти. Волга, кстати, не тащит вообще. Я сбил эту штуку от дороги. Ну ты тварь. Хватит сбивать предметы. Ну а что еще мне делать? И так впереди, так еще и больше отрыв делает, вот гад. Почти догнал и въехал в стену. Прекрасно. Ты в тот кармашек въехал? Да. Молодец. Тут поворот очень плохой. О, ноу Бургер Кинг. Нам заплатили. Я понял, что за поворот. Я в него врезал. Я тоже. Посмотрим, врежется ли Маджирок. Не, я тормозился. Гадина. Вонда уже знает. Надо было веранду это сломать, чтобы он врезался. Кстати, флаги Египта и Ирана у меня. А, это Франция. Франция. Ле Франце. Я предлагаю наслать порчу на Куроми Фаны. Не надо. Я сделал бочку у себя. Жесть. Не только Поршик на это способен. Потом же съедешь. Ты уже в километре от меня. Ужас. Еще и поехал по длинному повороту. Я не успею. Я слишком много врезался на этой машине. Это не машина, это говно, конечно. Я врезался. Я успел. Давай. Я, да, самый последний. Понимаете, я физически не могу обогнать Маджирока. Даже если я его обгоню, НФС засчитает его первым. Первее, да, так. Ты просто ездить не умеешь. Давайте посмотрим еще бонусные машины, какие есть. Пару гонок назад тебя поставили третьим просто потому что, чел. Да, я все записывал. Да, самое смешное сейчас за последнее время, что-то слишком много людей Куроми начали увлекаться. Даже Эри Сугава это там анимешку какую-то про Куроми посмотрел, вот отзывы оставил. Какого хрена? А вот так вот. Все теперь Куроми факи. Ужас. Выезжаем за BMW M3 сюда. Ну, можно мигалки включить. У меня включили. Как? Я включил, вы видите? Нет. А, значит, это локально. На клавиатуре буква О английская. И опять я всех обогнал. Привет. Здорово. Ты у меня чуть не перевернулся. У меня все замечательно. Ай. Ты мне галпот разломал. В этих машинах это есть полная разрушаемость. Только ее в мультиплеере не видно. Зато мне видно, что у меня капот отвалился.
Ладно, мигалки меня бесят, я их отключу. Ау. А, спасибо. У тебя у меня капот трясется, у тебя тоже. Если что, разрушаемость у тебя есть. У меня мигалки твои слетели. А, да, я вижу. Ну тут, короче, локально все равно все просчитывается. Да, только получается, если ты с моего поля зрения уедешь, то все, ломаться уже не ждешь. Во что я врезался? Вот ты гад, ты кто, Рари? Так там все так флексило, я думал. Я думал, ты меня. Я не специально. Ты бы видел, как у меня это отображалось? Я думал, ты меня протаранишь. Ну все, мне теперь тебе хер ты гонишь. Ну так же ты разбейся. Эх, вот бы тебя фура переехала. Кстати, я сейчас внезапно заметил, а где трафик? А нету его в мультиплеере. Блин. Чё, стоп вкусный, да? Как у мамы. Я думал, что ты опять забыл про поворот, а это другая карта. Твою ж. Теперь я ещё дальше от тебя. РПД, это типа Raccoon City, просто. Да, так и есть. Да, именно. Выехали за Леоном, чтобы он меня поставил. Рафа рейди порта. Рафа полит порта. Он все правильно, по ноль бежит. Ну, а всё, мы будем ездить или нет? Чего? Так мы едем к месту, это где BMW M3. Мы едем на него. Да, ты чё думал, копы из воздуха спаунятся? Ну, знаешь, под спиной. Должно мы сейчас проверим, считает ли тебе третье место или нет. Вот бы ты в переулках врезал сейчас. Никуда я не врежу. Чтоб тебя фура переехала. Ой, я что-то сбил. Нет. Это ж не понял, какой-то объект сбил невидимый. У меня навязчивая идея, чтобы к твоему решению переехала фура. Не надо так делать. Я второй. Уже какой раз, блин, я второй. Удачи людям с таймером. Люди с таймером. Почему тут так много поворотов на 90 градусов? Это нормально. Потому что это одна из финальных карт. Это последняя трасса вообще. Да, это самая последняя, после которой я их хорошо погонялся, забираем и уточил. Но я лав. Мне вот все, брык третий. Я должен был пару гонок назад уже отыграть. Сейчас машину. Заслужил третье место. Самое точное управление, когда тормоз на A и Z. Z. Ну пицца просто, куча пиццы. Это такая смешная катсцена. Погоди, 1,1 литр. У нас движок от мопеда. Нет, это движок от Матиза. Почти. Какой звук смешной мотора, просто рой пчел. А, я разбил. Как она плохо едет, я не могу. Я сдаюсь, это нормально. Это ужас. Ее скорости нормально.
Меня занесло просто без возможности восстановиться. Ух, сейчас как кого-нибудь сбью. Блин, враг хорошо на Матизе едет. Машина у меня получается. Сколько сейчас Матиз стоит? Триллион? Ну, бэушный можно ржавый за 100 тысяч найти. Будет мне по текстилю пиццу развозить. Ой, я вас догоняю. Да, конечно, не лезет, погоди. Куда не влезет? В цик-цак? Машина в лифт не влезет. Хрен ли вы со мной приперлись? Уйдите. А стоп, врык первый, лол, круто. Я хотел занять второе место, как всегда, хрен ли вы творите. Пшли отсюда, мое второе место. Second place, my final message. Врык, чтоб тебе КамАЗ переехал. Я не на КамАЗе, а трафика нету. На работе нет все, кстати говоря. Ух, почти повернул. Чё, поворот? Я такой, опа, с free real estate. Врык опять на третье место. Всё встало на свои места. У меня в какой-то момент машина просто перестала газовать. Матиц. Мотор перегрелся. Blow, drop and drive. Блядь, парни, я въехал в сейф-хаус. Ты от кого скрываться собрался? От КамАЗа, который хочет всех переехать. Балди? А, да, это конечно. Все, я доехал. Это сейчас здесь при чем? Ну, типа, всех пугаем командом, которого не видим, а он как пример, типа, убедает. Все, я второй. Все стало на свои места. От порядка не сбежать. Заеду ли я? Давай, ты сможешь. Мы должны завершить хотя бы одну гонку со всеми завершившими. Надо сделать, короче, челлендж на какой-нибудь самой длинной трассе, устроить гонку. Слушайте, у меня гениальная идея, но это очень надо послушать. Смотрите, надо взять самую длинную трассу, ну, минут хотя бы на 6, чтобы все были на пиццомобилях, и тот, кто не успевает доехать, заказывает пиццу на всех остальных. Смотри, есть проблема, у меня нет денег. А, ну это когда будут? Просто едем за Саней. Хорошо. Сайонара. Ха-ха, я не второй понял. Естественно, мой переход разгоняется. И поворачивает очень хреново. Слышь, пошел отсюда. Блять. Блин, не туда завернул. Плохая траектория. Не, ну пока что я тормозил только ради одного поворота, так что нормально. Что с врагом случилось? Он умер. Я буквально врезался. Классика. Да, классика Most Wanted. Ну, я побеждаю. Я, кстати, мог ошибиться, это не та трасса, походу, о которой я думал. Меня под широк весь старт, короче, целовал, блять, в правое заднее лицо.
все начало. Все, меня обгонят, все. Да, ты куда, ты на заправку заехал? Я не справился. Он заехал в это, в магазин запчастей. Все, меня все обогнали. Джорок, постой. Молодой человек. Я не хочу быть третьим. Да, молодой человек, у вас бензинчику не найдется. Опять я врезался. Все без. Блин, врыг жалко. Можно, можно у вас на ходу пиццу заказать? Кстати, а давайте в следующий раз вот это. Давайте дрэк режим. Он работает по мультиплееру. Какой режим? Дрэк. Не, нафиг дрэк, нафиг дрэк рейсинг. Нафиг. Так поржать на пицце мобиле. А, хотя нет, стой, погоди, там же, наверное, там трафика не будет. Ну да, а может будет, я не знаю, на самом деле, я не пробовал. Если трафика не будет, то все замечательно. Пошел отсюда. Ау. Это моя пицца. Это была моя пицца, Томми, моя пицца. Понимаешь, это практически то же самое, что это, маршрутчики. Я Диме закажу двойную хлопень. Можешь? Сейчас в ноль. Я бы не отказался. Если Дима откажется, я согласен. Я с такими условиями я согласен. Ну смотри, Брик, у меня завтра нюха. О, не, а что ты только сейчас сказал? Ну как вот завтра? Уже сегодня. У нас по времени. А ты развозишь пиццу в Most Wanted. Все замечательно. Понимаешь, я сегодня даже диском праздновать не могу. Мне придется ждать 31-го. Я чуть-чуть приторможу, чтобы хоть врыг доехал. Может быть, он сможет, если я приторможу, перезвидишь. Я не доеду, че. Все. Ты как только я подъехал, сразу заехал. Ну ты бы проехал мимо меня и выиграл бы это, нечестно. Порядок вещей изменен. Ладно, я отойду в туалет пока что.